Казалось бы, прошло совсем мало времени с момента бракосочетания артистов Антона Батырева и Евгении Лозы. Они уже сообщили, что разводятся. Напомним, что поженилась влюбленная и очень красивая пара в 2019 году. Но на сегодняшний день Батырев вполне открыто заявляет, что полюбил другую девушку по имени Анна. Он публикует совместные фотографии с новой избранницей в своем блоге, а подписчики недоумевают и комментируют посты артиста. Интересно, что они в большинстве своем почему-то считают, что Анна и Евгения очень похожи и не стесняются об этом писать. Еще в самом начале осени прошлого года Антон начал выкладывать в сеть фото со своей новой пассией, но он еще не называл ее имени. А подписчики, разумеется, начали активно пытаться угадать, на кого же Батырев променял Лозу. В конечном итоге пользователи сделали для себя вывод, который отнюдь не является приятным для самой Анны. Они считают, что девушка копия Евгении Лозы. Причем спокойно об этом пишут под снимками. Но Анна расстраивается от такого сравнения и предлагает комментирующим обратиться к офтальмологу, чтобы проверить зрение. Свадьба Лозы и Батырева состоялась в конце лета 2019 года. Получается, что прожили молодые семейной жизнью меньше 12 месяцев. Что же по этому поводу говорит сама актриса? Евгения отвечает на подобные вопросы, надо отдать ей должное, весьма сдержанно. Артистка подтвердила факт развода, но обратилась к публике с огромной просьбой не приставать к ней с некорректными вопросами. Вот как она объяснила ситуацию. По словам Евгении Лозы, не будь она личностью публичной, то и вовсе не стала бы выносить ссор из избы. Но пришлось, ведь о свадьбе было сказано. Значит, и о разрыве необходимо сообщить в прессе, чтобы избежать кривотолков. Лоза подчеркнула, что людям не особо интересно, почему другие заключают брак, а вот причина их расставания всем, увы, не дает покоя. Вызывает неимоверное количество домыслов, сплетен и пересудов. Также Евгения сказала журналистам, что она не сторонница громких откровений. Факт есть факт, его она подтверждает. Но в причины и иные детали решения развестись вдаваться не собирается. И еще она добавила, что очень благодарна своему уже бывшему супругу за все то хорошее, что между ними было, за любовь. Они продолжают оставаться людьми, которые друг другу близки. Иными словами, врагами они не расстались, но жизни их теперь будут продолжать свое течение параллельно. Лоза попросила поклонников сдержанно и уважительно отнестись к решению двоих и не пытаться раздуть скандал из случившегося. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!